Ну и так, и всем снова призываю азартный титул за 5. И сегодня мы продолжим играть в Team Fortress 2. Я записываю вторую серию не потому, что все набралось, а из-за того, что вот сейчас идет вечер того же дня, когда я записал первую часть. Просто мне понравилась эта съемка, а также понравилось, как я сейчас играл. Как бы я набрался с адреналина, или как это там, не знаю, как это назвать, в общем-то. И сейчас у меня очень хорошо получается. Вот как вы видели, только что я как, не знаю, как кто, убил шпиона очень быстро. Сначала дробовиком кинула, потом ракета прям в него попала. И сейчас попробуем это повторять. Ау. Ну, конечно же, сливы первые начались тоже. Я знаю, что Гаррет будет смотреть это видео и будет говорить: да начнутся сливы, но это не так. Слив этот был случайный. И в этот раз у нас солдат с обычным дробовиком и обычным ракетометом. А также с уравнителем. Ну и сейчас было у спа нечестное преимущество, что у меня не было патронов. Так, это наш спай. Просто видел, там второй спай еще был. Думала, это и он есть. Так, это кто? Это снайпер, который благополучно стрельнул стрелой мне прямо в голову. О боже, я попался на эту штуку. Вражеская команда довольно неплохо играет, так что можно опасаться. Как я и говорил, я очень хорошо играю за солдата. И сейчас я выбрал такой сет, который мне именно подходит для этой игры. Этот сет я часто использую, но чаще всего я беру земляка вместо уравнителя. Но в этот раз мне приглянулся уравнитель, потому что, слушаем внимательно, я получаю урон от прыжков на ракете, а потом минус этого урона может меня спасти. От, к примеру, в такой ситуации, как с хэвиком. Вот, к примеру, мало хп, берем уравнитель и больно бьем. А также можно добить другого шоу, как я сейчас и сделал. Смешная получилась игра с этим вот хэвиком. Но опять гард, я знаю, да, не снутся сливы. Ну, хотя я сейчас, наверное, говорю сам собой, но все же Гаррет точно будет смотреть это видео. И даже коммент напишет. Так, давай на ближнее оружие. Давай. На ближнем. О боже, после одного удара он уже засал. Как так можно вообще? А также у нас спай. Не очень-то и плохо. Не очень-то и хорошо. Ау. Плохо. Вот, кстати, уравнитель непростой, странного типа. Кто не заметил? И вот, кстати, насчет того конкурса, который я устроил в прошлой серии, в комментариях можно было его прочитать, если вы
не прочитали в комментариях, то можете сейчас зайти туда и прочитать. Конкурс заключается в том, то, что вы должны лайкать мои видео по ТФ2, именно по ТФ2, подписаться на мой канал, а также добавиться ко мне в друзья в Стиме и давать мне вещи, абсолютно любые вещи. Как минимум, это там, я не помню, сколько я там поставил, как минимум. Но как минимум предметов вы мне дадите, то вы будете на первом месте. Те, кто будут больше и будут чаще посещать Steam, то есть если мне один человек дал 20 вещей, и он в Steam только вечером появляется, естественно, ему приз не дается. А приз вообще не по ТФ2. Приз это лицензия Майнкрафта. Ладно, мой фейл. И эта лицензия Майнкрафта достанется тому, кто будет чаще всего посещать Steam. И вот по посещаемости я буду узнавать, говоря с вами. Ну и вот, в принципе, вот весь конкурс. Кто даст больше и будет чаще. Ну, сейчас был идеальный просто прыжок рок-джампа. Даже не знаю, может быть, надо было мне в этот раз взять землекоп. Но вряд ли. Меня стрельнул снайпер, я потерял свою скорость и убился от ракеты сам по себе. На бы медика в команду. Опять не дали фраг. Наша команда вообще фраги не дает. Если ты нашел свой фраг, то ты его должен держать. Или сразу убить моментально. Оставлять его нельзя. Нужно сразу делать. Действовать. О боже, снайпер! Убил снайпера! Ну и сейчас мы вернемся. А только мне тут Брамсул говорит. Сейчас вернемся. Ну и так, мы продолжаем, и сейчас к нам подключится Брамсел. И мы с ним будем играть. В общем-то, заходи за синих, и мы начнем. Так, у нас дела более-менее хорошо идут, но нашу команду убивают. Алло. Алло. Слушай, а вот я же могу типа обмениваться? Но. А вот почему я не могу простыми вещами обмениваться? Я же могу там где-нибудь обмениваться, просто мне еще 15 метров ждать надо. Нет, они у тебя вообще никогда не сможешь. Ты за красных зашел. Блин. За синих же нельзя. Ну ладно. Так. Спасибо. Итак, мы начинаем. Ну, начинай. Так я давно начал. Всем привет, с вами Брамсул 303, и я Азарик Ситос, и мы поиграем в игру Team Fortress 2. Всем приветик! Вот, блин, Я как пидобир. Какой резкий скаут! Я вообще потерялся, где он? Что он делает? Я вообще запутался. Блин, я зря не такой вопрос какого-то. Я
У нас еще такая жесткая драка. И мы в разных командах, потому что Брамсел выбрал не ту. Просто вас больше было, поэтому я зашел за красным. У нас одинаково было, и ты зашел за красным. Не знаю, уже по привычке, что мы с тобой за красным все время играем. Тогда я за красным зайду. Давай. О, я его привил. За кого играем? Я за спай играю. Разведчик. Ой, офигенный спай. Просто всегда таких шпионов вижу, которые быстро бегают и с обрезами ходят. Ой, блин, я упал. Зачем? На меня трое выбежало. Даже не знаю, может, тренировочную здесь. Блин, я в стенку попал. Банкоте. Бум! Как меня откинули. Да где, блин? Он сильно резкий. Ау! Там есть этот разведчик, который просто... Я его не увидел. Я его увидеть не могу. Он настолько резкий. Он дергается так. Так в каком смысле дергается? В прямом, мышкой дергает. Это самое прикольное, когда мой персонаж умирает, на нем такая летучая мышь летает. Я тебе могу некоторые вещи подарить, у меня по две вещи есть. Давай. Не обмен, обменки. Сейчас я тебе кину. Давай. Так, у меня, значит, вот это по две. Вот это могу дать. А мясо это для кого? На Хэвика. И вот это. А что такое вечный... Слушай, а тренировочный ракетомет чем хорош? Он урона не наносит. И чем это хорошо? Рокет-джампы можно делать, учиться. А, ну ладно. Но, принимай. Ну? Нажимай обменяться. Обменяться. Круто. Ой, спас. У меня этих вещей по две просто. А что здесь на Уин делает? Не обращай меня внимания, просто этот продаж. Каким образом? Ну тоже трейдишь коммунити. Ну боже, никто не хочет на ближний бой. А я тренировочный ракетомет чисто для ближнего боя взял. Ну ладно, если никто не хочет, значит я хочу. Я, наверное, эту твою штуку все-таки выкину, а то у меня рюкзак маленький. Какую? Обычная одна страничка. Мне ж тогда не дали вон того подарка с жетоном слота. Как думаешь, жетон поджигателя выкинуть? Не знаю. Я выкинул вот этот твой. Вечно Уин лучше выкинуть. Но я его и хочу выкинуть. Я сам не понял, зачем. О, тренировочный ракетомет вообще прикольно. Даже урона не наносит, просто джампы делать можно. Я его использую вместе с землекопом. А ты за кого сейчас? О, ты тоже. А, я с снайпером уже. Так, мне надо как раз поставить. Ну так и про конкурс я рассказал в начале видео, кого не было, то... В общем-то,
посмотрите в начале видео. Линчевателем. Я не очень-то и хорошо играю, потому что он мне не нравится текстурой. Так, у меня были лажи с микрофоном. Я вот только этот, у меня сейчас только включился, и поэтому только с этого момента будет с микрофоном видео. Представляешь, отключился микрофон в Ленинграмме. Ай. Вот никто на ближний бой не идет. Стукают, ты берешь, это дорожку уже берешь, перезаряжаешь. Я потерял. Что ты потерял? Разведчика. Завоеватель странного типа дает мне то, что я сам хилюсь. Все же убил. Но и он меня тоже. Так, все, сейчас. Все, они больше сюда не забегут. Гаррет, я знаю, ты это видео смотришь. Сейчас будет ржать то, что Влад со мной подключился. Кто будет ржать? Гаррет. Он 100% это видео смотреть будет. О боже. За поджигателем мне еще играть, учиться и учиться. Моя турель все-таки это. Может, турельку сломаю. Ну все, я беру разведчика. За разведчика я еще более-менее умею. А вот только лагает. Боди шутит. Тоже зашел? Нет, он просто 100% будет смотреть это видео. Он мне отомстит за то, что я ржал над его видео. А ты что, ржал над его видео? Ну, он новое видео по ТФ запилил, вот, там. Слушай, а ты мне тоже в Cold Mode добавь, у меня уже есть 3 видео. Ой, больно, ва-ва. В группу ВК вступит? Потом. Алло. Алло, потом. Понял? Да. Мне лично хилить надо эту турельку, а то тут каждый. Вы меня слышите? Ну все, я беру это под свой контроль. Эй, какой... Вот как? Это возможно. Никого нету, а турель ломается. Маша издалека. А, бодишутеры. Одни бодишутеры. У меня половина. Ох, блин. Так вот откуда все это палит. Ай, вот пока ты перезаряжаешься, всегда найдется чудик, который тебя убьет, пока ты перезаряжаешься. Вот всегда. Ну а также, кому нужны вещи, можете ко мне в Steam добавиться, и я могу вам продать некоторые. Плюс, если вам нужна какая-нибудь определенная вещь, то я могу ее вам достать запросто. Я могу вам ее запросто достать и продать. Достань. Что? Сейчас, я забыл, что.
Я забыл, чё, нормально. Сказал, знаешь, что на мне? Не знаю, чё. Ой, забыл, Вась. А, сколько на меня пошло? А ты за кого? Я за разведчика, на меня тут людей, блин, набежало. Со всего нашего как тема. Черт. На меня со всего нашего как тема набежала. О боже. О боже! Ну достал меня этот Алекс, реально. А я его все время турельку убиваю. Ну блин, ну я разведчик, я не могу вроде в разведчик. Вот по идее разведчик это тот класс, который полагается на свой разброс. Я так не умею. Как другие люди это делают вообще? Я не знаю, я не умею полагаться на разброс. Боже. С базука вроде мне тоже и учиться, и учиться. У меня оркестр. Я по порталу, по турельке и по раздатчику. По порталу, по турельке и по раздатчику. Ну блин, ну снайпер, ну пожалуйста, ну не надо, все, я беру шпиона. В прошлой серии я довольно неплохо за шпиона сыграл. Надеюсь, это повторится. Я тоже. А, слушай, ты мне можешь этого сосульку найти? Потрейдить сосульку. Легко. Но на две вещи. На какие? Любые две я вещи. Не могу тебе вещи отдавать. Они у меня не ставятся в окошко. Ну так перетрейд новые и их продашь. Я ж тебе скинул вещи там, ненужные мне. Да, их протрейдишь и все. Вот эта игра божественно идет. Просто я уже два стейр-стеба сделал. Стейр-стаба. Ой, мою базу тут атакуют. Я его убил. О боже, я снайпера два раза ножиком мне в спину стукнул, он меня не заметил. Ну и да, я использую обычные часы, потому что у обычных часов можно очень долго в невидимости держаться. Все, я теперь тоже я заспаю тоже. Ну почему? Вот все тупые, реально, снайперы тупые. Вот, что я за него замаскировался, я его убил. Ну серьезно, снайперы идиоты. Слушай, посмотришь это видео? Okay. Кое-что узнаю. А ты мое посмотришь, как я... И узнаешь, как я играю с ним. У обоих будем смотреть. Инженер, спасибо, что разрешил тебя убить. Ха! Я их убиваю тут, блин, вообще. Очень Нет. быстро. Это круто быть спаем. Я это люблю. Я всех шпионов тут порезал. Всех. А то сосульки мне нравится очень текстура ее. Я тут всех порезал, это круто. Дропстеп! О, чувак, ты, кстати, был только что это со мной. Чувак, я первый в топе из-за того, что я спай. Я первый на первом месте, короче. Посмотри на таб. У всех по 20, по 30, а у меня 102. У меня 20. Ну, я и говорю, у некоторых по 20, по 30, а у меня 102. Жесть. Сейчас вон того спай сниму. Моментальный килл, это божество.
Он не узнает, что это был я. До свидания, снайпер. Рад был познакомиться, снайпер. О, боже мой. Я был очень рад с вами познакомиться, люди. Вы добрые. Я сам не знаю, зачем мне маскируюсь под разведчика. Хай, я его всех перебил. Моё гуано его убило почти. Эй, тут помощь нужна. Мне главное кого-то убить, а потом уже начнется резня, чтобы замаскироваться в него. Ну, я знаю тоже, слишком такое место, как и затруднение. Но у меня получается быстренько. Если я найду здесь этого снайпера, это будет круто. Нет, я не нашел тут снайпера. У меня теперь нету ножика. Из-за того, что Пирыч его спалил. Пирыч спалил мне ножик. У тебя сосунка? Да. Да, я знал. Этот ник. О боже. Зачем такие ники вообще существуют? Я знаю. Посмотри, кто меня убил. Крэнзи Дэйв. Нет, а кто... Блин, я не вижу, кто тебя убил. Как он узнал? То я, шпион. Кто? Снайпер узнал как-то, что я шпион. Вот только как он это сделал. О, боже. Я тоже так часто делаю, проверяю. Угу. Сервер растартится. Я пока что ни за кого зашелся. Так. Давай за синих. Красный. За синих? Угу. Блин, два человека. Не успел. Ладно, я за красный. Да переходи за нас. Ой, не можешь. Блин, четыре. Я за вас. О, круто. Я не перешел. Чувак, переходи за нас. Давай за нас, за нас, за нас. А вы, а ты кто? Переходи за нас! Перешел. Ну я шпион, логично. Сейчас будем набирать очки. Да. Так. Мне главное тут кого-нибудь сейчас рубануть. И тогда все пойдет как по маслу. Все подскользнутся, не пойду, это все не моё. Подскользнутся. Сейчас я тут не бью. Я смотрю на свой же круг. Снайпер лох. Сам сначала меня на ближний бой звал, а теперь не хочет лошара. Стой, подвали. Вы точку бы захватили. Там уже, да, там уже вторую точку, там просто уже верхнюю точку враги захватывают. Захватите вторую. Тут такой фейл был у Спая, ты бы видел. Короче, потом посмотришь видео, узнаешь, какой фейл. Помогите. Больно. Звон смерти штука хорошая, все равно. Я, кстати, я один раз купил знакомую феску, и вот этот сет шпион Сахара полное дерьмо. Могу сказать. Я тебя понимаю. Вот зачем я эту шапку покупал, не знаю. Думал, что-нибудь хорошее добавляет. А вот нет, нас дополнительные эффекты к насмешке. Кому эта насмешка вообще нужна? Я завалил. Че? Ай, меня чуть не укатило. А! Ну как он?
знает все. Он всегда знает все. Потому что плохое слово убило его. Вот почему ты не убил. Это ты пробил того парня. Угу. Ты спалился? Ну как он узнает, что тут шпион? У нас медика нету, вот блин. Ну хоть какое-то спасение. Ладно, ага. Все, от медика отвязался. Почти убил разведчика. У разведчика так мало хп осталось. Как он узнает, что это спай? Он что-то читерство какое-то. Ну то, что узнать, это уже возможно. Но чтобы каждый раз убивать шпиона и узнавать каждый раз. Вот именно то, что. И со снайперки прям в него попадать. Это уже надо. Спай со звоном. Он в тебя замаскировался. Это я! Вот он! Кончита Вурст! Это было легко. Это, конечно, На мне парное молочко. Блин, он меня зарезал этот Дима. Дуэль. Ну, в общем-то, Кончита это... Кончита это Кончита. Слушай, давай ты за Хелика, а я за медика. Ты не умеешь за медика играть. Умею. Тебе скажешь, включи Убер, ты его включишь после того, как убьют твоего пациента. Не надо пробовать. Пробовать это страшно. Ну ладно, я их пока включу. Некоторые стабы я даже не помню, как называются. Смотрел гайд по стабам, но... Чё-то некоторые не помню. Что там спай пересматривает труп? Смотрит на труп разведчика и любуется. Какой же красивый труп. Интересно, кто его убил. А я хорошо за медика играю. Кто тебе сказал, твоя мама? Нет, я сам тебе сказал. Плохо, когда ты сам себе говоришь. Потому что я тут всех подлечил это. И всех, что? Я всех лечил. От меня ты не знаешь, где я вообще нахожусь. Да. Как? В голову! Возможно! Убить замаскированного шпиона! Нет, я такого пациента лечить не буду. Какого? А ты на второго медика посмотри. О, у меня Убер. Кому включить Убер? Тима, ты гениальный. Так это ты? На вышке. Меня подлечи. А ты кто? Я спай. Да кто орёт, медик? Удар пропал. Меня завалил снайпер. Ну давай, Сахарика.
Ура, медик меня подлечил. Иди нафиг, я не буду драться. Он меня догнал! Как это вообще возможно? Я упал, он за мной упал! Как? Кто упал? Разведчик. Был разведчик, и меня он бил. Был разведчик, и стал разведчиком. Скоро не станет шпион. Ну, блин, ну знаю! У кого подлечить, блин? Подлечить некого. Ну как я не попал? Спасибо. Как я умудряюсь не попасть? Понятно, не умею. О боже. Меня подлечи сзади. Ты не сзади. Ну да, я на суше, но без разницы. Все, давай продвигаемся. Что ты делаешь? Ты меня спалил! Да? Зачем? Этого тогда бей, теперь бей. Зачем палить шпион? Зачем? Откуда я знал, что я тебя запалю? Я в него вообще стрелял. Сверху! Я не понимаю, как ты вообще умудряешься быть таким? Ты точно говорил, за медика играть хорошо. А, блин! Там инженер. Я еще из крики слетел. Ура! Маленькая турель теперь у него. Инженера за... Нет. Нет, я все-таки вот так просто убью, надо замаскироваться для него. Ха, блин, я его не убью. Давай, я хочу съесть тебе пирожок. Ура! Я всех убил, наконец-то! Молодец. О боже, со звоном кто-то. О, Ситлз, я за тобой. Помогай, вот этот пирор, этот спай. Вот, блин, свалил козёл. Быстрее наверх. Вот тут постоял, блин, он ножиком бил. А чувак, давай наверх быстрее. Да меня этим. Меня столбом. Ура! Наконец-то я пестиком попадаю. Наконец-то я пистолетом попадаю в цель. Может. Круто. Ну, что будет здесь? В следующий раз я тоже с вечным ПКМ буду. Я турельку тройного сломал вместе с инженером. Инженер, короче, слушай, инженер нес турель третьего левла. Я подошел к нему и в спину вставил. У него теперь нету турельки. А, фак. Так все, я свечный покроем, значит. Нет, я уже валю. Гаррет, слушай меня, да начнутся со сливы.
Опять этот Crazy Day. У него еще и черный ящик. Откуда у тебя такой обгорелый костюмчик? Какой? В смысле? Это проклятая душа шпиона. Классно выглядит, правда? Ага, где ты ее обнял? Купил. Она вот. У меня еще была проклятая душа Хевика. И, кстати, она у меня вроде бы до сих пор есть. Да, а нет. Не, у меня нет вот тоже души Хевика. У меня есть только душа Спая. Ура! Маскировка есть. Почему не я? Почему не я? Получил подарок? Сейчас дозу позову. О, я в последний момент его застрелил. Ты бы это видел. Надо замедлить это. Блин. Ну и так, мы продолжаем. У меня были технические неполадки. А сейчас продолжим игру. А у меня причем тоже. Я забыл себе лицензию купить. Я играю... Я записываю с новым бандикамом. И хоть у меня сейчас не зарегистрировано, но он долго снимается. Слушай, у меня тоже так раньше было, а теперь вот этот скачал и опять. Новый или? Новый самый. У тебя такое этот новое окошко или нет? Новое окошко, да. Раньше он у меня тоже все время снимал записи, бандикама не было видео, а сейчас опять что-то. Не знаю. Ну так и доза с нами не будет. Она пошла со старыми друзьями поиграть. Напомню некоторым, доза это медик из прошлой серии. О боже. Я знал, что этот солдат меня убьет, но чтобы так... Страшно. Да. Сейчас попробуем от стенки. Что от стенки? Что ты там от стенки пробуешь? Хер ты что пробуешь? От стенки, да? Да, блин, я... Чего ты туда запрыгнуть не могу? Да лёг потому что! Я перелетел её вообще. Ну что за закомфортность? Бескомфортно, Вася! Да все время я ее либо перелетаю. О, наконец-то. Короче, все. Тяжелая артиллерия. Смотри в чат. Бум, бэйби. Ну все, чаем это поможет. Достали, будешь шутеры. Больно.
Очень-очень-очень благодарю. Ну ладно, как-то закрылся. Мышка. Меня мышка подводит. Почему она не резкая? Почему она не резкая? Что? Что ты сказал? Что тебе нравится? Алло. Алло. У кого в отеле сосулька будет? Ой, блин, зря туда влез. Так я могу тебе этот продать ее. И раз. Чё? Алло. Алло, чё? Вау, больно. Алло. Алло. Ты тут? Да. Я шнур случайно выдернула. В смысле? Какой шнур? Шнурный. А зачем тебе шнурный шнур? А? Зачем ты вообще шнурный шнур? Зачем он существует? Зачем существует шнурный шнур? Понятия не имею, я-то откуда знаю. Ну все, я взял нормальную бажову. О, это Тима, что ли? А ты что, не знал? Здравствуй, Кончита. Дай, думаю, кто это? О, я точку пыталась захватить, а ее-то захватить нельзя. Ля-ля-ля-ля-ля. Ой, тут всякие мелкие. Пира, здорово, мужик, иди сюда, поцелуйчики. Просто с 3 метров пирыча. А, у меня 3 хп осталось, но я завалил там инженера. Быстрее турельку воды снимай. О боже, как будто этот, как будто профессионал. Он так делал, он так дергался, типа как будто профессионал. Профессионал Кончито. О боже, как же это тупо было. Иди сюда. Я все-таки завалила эту турелька. Завалила турелька. Турелька завалила. Вот быстро ракета, конечно, летит. Да? Ай, больно! Ха, я в него все-таки попала ракетой. Твоя ракета в него попадется. Валярка, халера. Лана, мана халера. Маньяно, понимано. Весело, наверное. А, блин. Я не успел турельку сломать. Прикрой меня, я там турельку поставлю. Как ты мне предлагаешь тебя прикрывать? Да как хочешь, но прикрой. Каким же образом? Я даже не знаю, где ты. Располован. Я в здании. О ком? В политическом? В каком ты здании? В политическом? Тут только одно здание. А, все.
все, ну вот, блин, это не прикрыл ты, чуть не сломали мой раздатчик. Я сейчас охренел от того, какой я сделал прыжок. На очень тоненькой палочке только что у меня был рокет джамп. На очень тоненькой. Я сам охренел. Быстрее! Да, да, раздача, да! Там да. Телепорт стоит, вот что самое плохое! Я им сломаю! Давай, только побыстрее! Мне дают сломать телепорт! Только побыстрее! Тут так его чинят! Сразу же чинят-то! Фак! Так вот в чем прикол, а я думаю, что он не ломается. Это тебя там Хэвик прикрывает? Да. Спасибо ему. Кое-кто должен был меня прикрывать. Я как будто обосрался. Здравствуйте, Ригби. Слышишь, я убил Ригби. Какой-то я злой. Как суп с треской. Что за х? У нас там точку захватили. Слушай, прикрой меня, мне надо в здание турельку починить. Ну чё, давай! Мне медик нужен. Убрал. Сразу. А сама суть штука все-таки хорошая. Окей. Здравствуйте. Мне не хватает металла. Я ничего построить не могу. Чё? Ай! Мне нужен металл. Мне больно. Молодец. Спасибо. У меня знаешь какой сет? Я, короче, этот атакующий инженер. Молодец. Атакующий. Ох ты ж, там Тима упал. Тело упало. Тима всегда падает. Потому что он даун. И идет всегда на даун. Дауны всегда идут. Дауны всегда идут вниз. На самый даун. Давай там уже за инжа. Я за инжа уже. Уже два инжа. Сверху. Все уже турелька хорошая.
Ну все, теперь беспокоиться не о чем, тарелки тут есть. А у меня есть раздатчик. Все, можете снайпера идти наверх, я тут тарелку поставил. А я поставил 3-го уровня раздатчик. Потому что у меня турелька такая. Оружейник, а мне оружейник не нравится. Это турелька слабая. Так, нет, знаешь, у меня сет атакующий инженер. А вдавитель, короткое замыкание и оружейник. И что это сет? Чем вообще сеты хороши? Это типа комбо вещей. А-а-а. У меня тоже комбо вещей. Насрать, что турелька маленькая, она быстро возводится. И то насрать то, что она маленькая. Она может настолько нагадить вражеской команде. Ты сам знаешь. Я знаю, у меня тоже оружие. Она может очень хорошо нагадить. И потом не отмоешь. Как говорится. Так, все, сейчас я здесь выход телепорта построю. Ты прикроешь его, пока я сбегаю на этом. Хорошо. Так. Сейчас, сначала надо это металл не поменять. Так. Я тебе поставлю. На, Тима, специально для тебя поставил. Блин, я неправильно поставил. Я поставил выход телепорта на спавне, а там это. Ну без разницы, можно будет на спавн тпхаться, если что. А я наоборот поставил. Как могу на спавн тпхаться, у меня озарение. Ой. Я хоть и убил шпиона, но меня убила турелька дуры Кончита Вурст. Тупая дура Кончита Вурст. Офигеть, я убил тупую дуру. Мне насрать то, что там жучок. Мне вообще пофиг. Я могу еще несколько таких поставить. Они опять насрут и не отмоешь. Ой, блин, там жучок на наших этих. Серьезно? Блин, вот козел. Я его прибью. Спасибо большое. А, я вот это прибью. А, больно, Вава. Мне Ваву сделали. У меня знаешь, что есть? У меня есть Помсон, Овдовитель, Самосуд и Спасатель. Все виды. У меня все виды есть. Я могу тебе Помсон достать. Давай. Но за две вещи. Давай. За что? Сломал свой турель, можешь пробираться. Давай, можешь пробираться. Мне насрать, что я могу пробираться. Нифига мне пробираться. Давай, я отменяю. Ну как это? Ты не вот с собой будешь? Ща. Подожди. Что ты хочешь? Ну, что в чапу? И чё? Ну давай мне две вещи. Блин, да чё за фига? Кинь ещё раз, а? Сейчас, подожди, не надо. Так. Может, прикинь. Спасибо большое. Давай, предлагай. Так я уже предложил. Ну еще раз, у меня фигня.
Сейчас будет скучная минутка трейдов, так что я поставлю запись на стоп. Ну и так, и мы продолжаем, и я подружился с другой командой. И убил двоих. Я убил четверых. Так что точно подружился, они меня сейчас не шутку убивают. У тебя стрела в саду. А-а-а, больно, вава. Мне ваву делают. Да, отмела меня слушался. Нет. Должна же быть смешная минутка видео. У тебя нету. У тебя все видео в смешных шутках. И они даже не смешные. Они пошлые. У меня вообще-то уже давно нет видео с шутками. У меня вообще нет видео, где я играю в игры. Пока что. В игры в переносном смысле. В нецензурные игры. В нецензурные игры. Прикинь, тут был снайпер с ящиком для этого. Прикинь, а такие существуют? Такие что, существуют до сих пор? Тут был снайпер с ящиком раздатчика. Он его поставил. Мне насрать. А чё? Даму баночку маши. Тебе в рожу. Как смешно. Вот этот вот Intel Heavy меня не убивает. Меня не убивает Intel Heavy. Что? А то что? Он хорошо играет и меня не убивает. Мы с ним. Най! Ау. Ну давай ты мне кинь обмен. Сколько гранат? Сколько же там гранат было, просто не представляешь. Почему ты тупой? Нет, у меня так написано. Вы сможете кидать этот обмен только когда купите игру в Steam. Катима, лол. Скажи так Тиме, что я это сказал. Он слышал. Продолжаешь или вот я продолжаю. Это я летаю просто этому Altelu сказал. Ой, Intelu сказал. I believe I can fly. I believe I can fly. Блин, он меня все-таки добил. Мне медик нужен, давай за медика. Иди нафиг. Дамидж. Ну ты мне обмен кидать будешь или нет? Спасибо.
как думаешь, что он меня убил? Это не так-то просто. Убить самого Бравцева? Нет, он все-таки меня убил. Собственно, типа убил. Посмотреть в другую сторону. Зато я лежал и бил. Хорошо, мы чуть-чуть спаем. Не просто спам, а спам с откатафоном. Ага. Ой, смотри в чат. Хоть они и ломают мне жучки, но у них теперь всего первого левела можно добивать. А, блин. Уже не первого, блин, уже третьего. Быстро они. Ты когда это сказал, я туда вошел. И там уже стояли турельки третьего левела. I love making bacon. I love fucking bacon. I love fuck you. I love fucking. А, я ж говорил, это спай. Доп. Ну кидай мне трейд на Томпсона. Сам мне кинь. Сам не кидается, чё, не слышишь? Кинь! Да не кидай, я ты там, мне не пробовал кидать! Ты не пробовал даже кидать! Пробовал! Хочешь демонстрацию экрана включу? Ай,
хожу. Берем штурмом Вася. Чувак, знаешь что? А у нас, короче, с Кириллом один раз получилась одна вещь. Смотри, бери поджигателя. Окей. Смотри, какая смотри, значит, какая шняга. Где ты за поджигателем? Подожди, я наспавнюсь. Вот, все, так, вот, иди за мной, иди за мной. Не дерись, чисто иди за мной. Не дерись, чисто за мной. Ну, смотри, стой на втором этаже, я там начинаю все сапить, ты быстро туда идешь и все сжигаешь. Ага. На раз, два, три. Раз, два, три, давай, 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 давай! Сжигай, сжигай. Хьюстон! Хьюстон, Хьюстон, мы в дерьме! Хьюстон, Хьюстон, а ты в огне. Хьюстон, Хьюстон, ты в огне. Хьюстон, Хьюстон, ты в огне. Хьюстон, Хьюстон, бей, бей, бей! Хьюстон, Хьюстон, бей, бей, бей! Мы очистили вышку от турели и всего прочего. Мегас. Они думают, Лера, что это там тоже метеорит, или что-нибудь в этом роде. Блин, ну тут хоть кто-нибудь турельку поставит. Ну что, мы зря старались, ставьте тут турельку. Ну ты-то уходи, я не буду заканчивать, я потом закончу. Ну ладно, тогда давай, пока. Пока. Сейчас одни будем записывать. Делаем вот так. Заберемся, значит, наверх. И оттуда будем ломать турели. Спасибо. Так, я знаю, откуда можно хорошо именно в том месте ломать турели. Вот тут вот встаем и... А там турели, как всегда, нету. Вот это как закон подлости здесь. А, не, вон турель. Благодарю.
Так, так, так. Аж убивают активно. Просто очень активно. Я сейчас тоже почти умер. Ну так у меня 6 патронов, чтобы там все сломать. А! Черт! Божечки! Ну ладно. Пробуем еще раз. Блин! Так, так, так. Там турельку мы сломали. Это было очень легко. Ну ладно, только розочку сломали, но хоть бы что-нибудь. Сейчас, значит, мы скоро уже будем заканчивать, потому что снимать уже нечего. Ну и так, на этом, наверное, все. С вами был Азартный Соус 5 и Брамсл 303, хотя он только сейчас не может ответить, но все же я за него отвечу. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, потому что мне нужно ваше мнение. Когда наберется 5 или 10 лайков, то будет следующая серия по Team Fortress 2. А также этот вот конкурс наш ведется только 2 недели, так что успейте выиграть лицензию Minecraft. Всем удачи и всем пока!